Вот. Ну а в целом государство, оно обращается к тем самым независимым игрокам через систему госзаказов, которые, к сожалению, сегодня вызывают много нареканий, потому что они чаще делают акцент на такие вещи, допустим, кто может дешевле сделать опрос. Но на самом деле это один из самых больших проблемных вопросов для социологов, для полстеров, когда просят провести опрос подешевле. Uh-huh. Вот это вот как раз-таки самая большая угроза сегодня, почему наука, а в целом социология, она девальвируется в общественном сознании. Потому что люди думают так: я вот пойду на улицу, опрошу несколько человек, вот вам и опрос. Или как бы там вот опрошу своих друзей на сайте, допустим, там, или там в Фейсбуке, вот вам и опрос, зачем на это тратить так много денег. На самом деле, если как бы придерживаться четкой как бы методологии, которая отвечает всем правилам, это очень трудоемкий процесс. И нельзя исключать ни одну из стадий. И только вот в целом, если придерживаться всех этих положенных моментов, можно говорить, что данные, да, они являются такими, которые можно использовать через года, репрезентативными. Но в то же время, конечно, вот говорят, социология, это вот данные, они как горячие пирожки, вот они сейчас нужны. Это такой вот вызов, который существует.